далі йдемо. На 13-й станції Великого Фонтану є імпровізовані майданчики для пляжного волейболу. Створювали їх і облаштовували спортсмени-ентузіасти. Все робили самі, робили для міста. Аж раптом комісія Одеської міськради з питань освіти, спорту, культури і туризму вирішила майданчики цього місця прибрати. Чому? Але головне, в чиїх інтересах? Дивимося далі. Потім повертаємося до нашого ефіру із новою темою і з новими гостями. 6 волейбольних майданчиків на пляжі 13-ї станції Фонтану міська влада намагається відібрати у волейболістів. Річ у тім, що компанія «Інтергалбуд» ще у 2006 році придбала ділянку на схилах безпосередньо над пляжем. На ній зводитимуть житловий комплекс. І цей пляж за проектом забудовника слугуватиме маркетинговим елементом при продажі апартаментів. Тому волейболістам пропонують перейти до іншого пляжу, де для будівництва ділянки непривабливі. І такий кульбіт мерія подає як піклування про розвиток пляжного волейболу. В Одесі повинен бути якісний центр пляжних видів спорту. Місце для нього вже є. Міська влада і представники бізнесу втілюватимуть цей проект в життя. Тому наступного року волейболісти перейдуть на нове місце – в Лузанівку. І я впевнений, що там ми зможемо все організувати. Ці пляжні майданчики волейболісти облаштували власними зусиллями та власним коштом, запевняє їх представник Святослав Кабак. Спортсмени поставили тут роздягальню, душ, сміттєві баки. На самих майданчиках організували тренування професіоналів і любителів, дорослих і дітей. І все це вони ладні перенести до іншого місця – наприклад, з 13-ї на 14-ту станцію Фонтану. Але до чого тут Лузанівка? Ну і чи готова мерія формалізувати стосунки з спортсменами? Ми багато зробили і продовжуємо робити для того, щоб нас перестали виживати з цього пляжу. Ми дуже хочемо, щоб за волейболистами закріпили якусь частину одного з пляжів Одеси. Ми неодноразово намагалися підписати договір про оренду, проте наші зусилля були марними. Ми мріємо нарешті зробити це і спокійно займатися улюбленою справою на пляжі. До кінця цього сезону любителі волейболу зможуть грати на усіх 6 майданчиках, запевняють у мерії. Однак поруч буде впорядкований поки що муніципальний пляж. Проте вже наступного року волейболісти переїдуть до центру пляжних видів спорту, який створять там, де вкаже мерія. Ну, власне, тож, чи можливий компроміс міськради з волейболістами, а головне, чи влаштовують його умови самих спортсменів, і яка ситуація із іншими видами літнього спорту, дізнаємось сьогодні. У цій студії Тетяна Акуленко, це віце-президент Всеукраїнської федерації пляжної боротьби, та Юрій Празніков, координатор Ukrainian Beach Games. Я вас вітаю. Здравствуйте. Ну от, власне, якщо говорити сьогодні про спорт, про Одесу і літо, що об'єднує або роз'єднує навпаки усі ці слова? Ну, Одеса, я перше почну, да? Ви не проти? Да, пожалуйста. Одеса, це, звісно ж, центр. Центр вообще пляжных видов спорта, Приморское побережье и все возможности и условия самые лучшие в Украине, конечно же, должны быть в Одессе. И для того, чтобы развивались пляжные виды спорта, необходимо тоже создание благоприятных условий для того, чтобы пляжи были полностью заполнены не только туристами, но еще спортивными направлениями. А от яким чином вони мають все ж таки наповнюватися? Хто має за це відповідати, хто спонукати? Ну, я хочу сказати, що при нинішній ситуації, да, у нас є місцеві влади, які, ну, мають у нас є спеціальний пляж, спеціальний пляж пляжних видів спорту на 14-й Фонтана, який розположений. Я розкажу просто з свого досвіду, оскільки я є віце-президентом Всеукраїнської федерації пляжної боротьби, яка в 2019 році проводила чемпіонат світу по пляжній боротьбі на даній площадці. То для того, щоб обустроїти даний пляж, нам пришлось вложить достаточно беснословные суммы, чтобы обустроить и площадку для проведения, да, и там стенды, понятное дело, экраны, звук, свет, аппаратура, и еще самое основное, самое главное, которое у нас было там заложено по регламенту от международной организации United World Wrestling, это, конечно же, трибуны. Трибуны крытые, которых, к сожалению, нет, потому что одно из необходимых условий развития пляжных видов спорта, которые занимаются данными направлениями во время там солнечный период, в летний, жаркий, необходимо, конечно, благоприятные условия, открытое пространство для того, чтобы и были результаты хорошие.
Юрію, а от на ваш погляд, чому все ж таки міськрада не думає про пляжні види спорту? Тому що насправді ми ж якось говоримо про те, що Одеса – туристичне місто, причому воно туристичне, на жаль, поки тільки влітку. І от, ну, здавалося б, краще не придумати, не вигадати, аніж привести спортсменів, долучити до цього туристів, фанатів, болівальників. Чому не займаються цим сьогодні? Ну, я думаю, что проблема в том, что прежде всего нету центра пляжных видов спорта. То есть он как бы существует, но по сути там пустое место, там только ворота футбольные находятся и сетка, разграничивающая поле на две части. Это не есть хорошо, и в таких условиях ничего, правильно Татьяна говорит, не может развиваться. И для того, чтобы хотя бы провести какой-то маломальский турнир, приходится очень много вкладывать сил и средств для того, чтобы он прошел для спортсменов гладко. А сколько коштует один турнир, например? Ну, дорого, на самом деле. Вот там 100 тысяч гривен, я думаю, что это на самые мелочи. То есть, чтобы почистить песок, обустроить вокруг баннерные зоны, тень обязательно нужна, как и для спортсменов, так и для зрителей, вода. Нужно обязательно вычистить хорошо песочное покрытие, потому что у нас, к сожалению, люди, даже если они видят, что это спортивный стадион какой-то, и там 5 минут назад или 10 минут назад играли люди в футбол, то они все равно там могут прилечь на подстилки и бычковать окурки прямо там же в песок себе под подстилку. То есть так привыкли просто у нас люди. А после этого опять приходят спортсмены и находят там шприцы, пластмассовые крышек огромное количество и всего прочее. То есть, поэтому, естественно, люди боятся приходить на такие площадки для того, чтобы там заниматься спортом. Это травмоопасно прежде всего. Что нужно делать? Конечно, нужно строить хорошую всесезонную арену. И 14-я фонтана – это не то место, где это должно быть, потому что, прежде всего, там очень тяжелая транспортная развязка. Для того, чтобы туда добраться, нужно постараться, и оттуда, чтобы выбраться, еще когда там огромное количество людей, пробки из машин, которые спускаются, поднимаются сверху вниз, один трамвай ходит, одна маршрутка, то есть очень сложно там выезжать. При этом это частный элитный сектор, где практически нету ни хостелов, ни гостиниц, никаких других мест, где спортсмены могли жить. А обычно спортсмены у нас в Украине как ездят на турниры? Естественно, за свои деньги. Ну, элитные спортсмены, да, там государство оплачивает им и командировочные, и питание, и все прочее. То есть, а федерации, которые развивающиеся, не олимпийские, они обычно спортсмены платят сами за себя. Соответственно, для того, чтобы им найти где-то жилье в центре города, ну, не в элитном фонтане, надо передвигаться, тратить много времени. И, соответственно, это не... людям не нравится, они не хотят в следующий раз приезжать и говорят, что первый раз они макнулись, побыли на каком-то мероприятии, говорят, нам было некомфортно, не потому, не на самом мероприятии, а вокруг, чтобы до него добраться и все прочее. То есть это такие вот моменты. Ну, от, власне, літній спорт в Одесі, він дійсно розмаїтий. Це пляжний волейбол, футбол, яхтинг, велосипедні треки. Однак в кожного напрямку є свої проблеми. І для імпровізованих і організованих футбольних змагань, наприклад, катма доступних стадіонів, а от ті, які є, не мають облаштованих трибун. І навіть лавочок для вболівальників. Рух велосипедистів в місті теж не облаштований і не врегульований. Є вже декілька велосипедних доріжок, але відсутня система загальноміського велосипедного сполучення. Це також є однією з проблем. Юрію, ви із цим стикаєтеся за родом своєї діяльності. І от, власне, дивіться, начебто вже розпочало щось робити в цьому напрямку. Що сьогодні не так, а де є плюси? Якщо брати велосипеди, то в Одесі буде все не так дуже довго ще. Тому що у нас люди не готові, особливо ті, хто їздить в автомобілях, не готовы делиться пространством с другими ездящими, можно так сказать. То есть это не объявленная война, и пока у нас городская власть, средства массовой информации, общественные организации не поднимут эту тему и не расскажут, не разжуют
людям, народу о том, что велосипеды – это хорошо, что это здоровье, что это город развивается и все прочее, но пока вот люди будут настолько закрыты в своем понимании, что автомобиль должен стоять там, где хочется его поставить, а не там, где есть для этого место специальное, то у нас, к сожалению, это будет все в очень плохом состоянии. Я рад, что в городскую власть зашли представители, которые до этого люди, которые до этого лоббировали велосипедное движение. А сегодня вы на что сроблять? Да, конечно, посмотрите. Кроме всего, у нас появился пешеходный центр. Это круто. Вот мы выйдем с вашей студии, пройдемся по центральным улицам, и автомобилей нам уже не будет сигналить, и мы можем спокойно идти. Вот мы буквально с Татьяной обсуждали перед эфиром эту тему. Я знаю, что на Люздорской дороге и на Толбухина появились уже велодрожки на проезжей части, пока они еще не обозначены знаками и пунктирами, ну, и разметкой на тротуарах, но они появляются, и это было заложено несколько лет назад, эта программа, его только сейчас начали реализовывать, соединяя дачную и центр города через город велодорожка единая. У меня питання до Тетяна. А от як вам пішохідний центр, ось така ініціатива? Я считаю, что это замечательно. Во многих странах Европы всегда центр является пешеходным. И это хорошая возможность для людей прогуляться без загрузки автомобилями. А что касается вот велодорожек и нашей вот такой спортивной инфраструктуры, которая предназначена для общих масс, то, к сожалению, для того, чтобы полностью обустроить наш город, нужно его полностью переформатировать. Но здания и уже дома, мы не можем сейчас их уже убрать, правильно? То надо было просто продумывать и думать намного раньше об этих вопросах. И еще хотелось бы отметить очень главный и важный момент, что, слава богу, в Одессе существуют небезразличные люди, которые развивают и помогают спорт. Я вам расскажу со своего примера, поскольку ровно год назад на Лузановке есть такой замечательный пляж «Фрегат», который общественная организация «Мангуст» построила специальный спортивный тренажерный такой комплекс, специальные тренажеры, оборудованные для занятий, доступны для полностью всех масс населения. Также рядом расположены и каяки, и мы проводим там регулярно и турниры по пляжной борьбе. То есть таким образом мы дали возможность как нам развиваться, так и привлекать совершенно других лиц для занятий и данного вида спорта, и вообще спорта в целом. Можно прийти, поотжиматься, поподтягиваться, ну, любые сделать активности, доступные для всех. Ну, от, власне, проблемними питаннями галузі фізичної культури і спорту залишається якраз недостатнє фінансування з місцевого бюджету порівняно із іншими областями України. На це вказує стратегія розвитку Одеської області на період з поточного по 27-й рік. Зменшилось фінансування з фондів профспілкових комітетів, підприємств, установ, організацій спонсорських і благодійних внесків. Слабкий розвиток спортивної інфраструктури і незадовільний стан спортивних об'єктів в містах і районах області, і також спостерігається перехід кваліфікованих спеціалістів до інших галузей внаслідок низького рівня заробітної плати і неможливості участі в змаганнях, ну а також проблема залучення молоді до занять фізичною культурою і спортом гостро стоїть в сільській, наприклад, місцевості. Причинами є низький рівень забезпечення спортивними об'єктами на селі, також відсутність інвентаря і формування моди на певний здоровий спосіб життя. І от ключовими кроками реалізації державної політики в сфері фізичної культури і спорту в нашій області на період до 2027 року залишається щорічне оцінювання фізичної підготовленості населення, а також проведення більше 600 обласних спортивних змагань і забезпечення участі спортсменів області в всеукраїнських міжнародних змаганнях з олімпійських і неолімпійських видів спорту. І до того ж планується збереження існуючої мережі ДЮСШ в районах області, збільшення кількості інструкторів з фізичної культури в сільських і селищних рад. В планах також збереження і розвиток спортивної інфраструктури, особливо в сільській місцевості, і збільшення кількості проведених спортивних заходів, зокрема в ОТГ. Ну, дивіться, плани величезні. Чи вдасться все ж таки якось їх в життя привнести? Ну, мені кажеться, здесь необхідний комплексний підхід.
если мы можем строить масштабные какие-то планы, но ничего конкретного. Необходимо, во-первых, сделать опрос социальный, да, но необходимо проанализировать, какие виды спорта, как минимум в Одессе, в Одесской области, являются приоритетными, да. Не могут все. Разные регионы по-разному развивают виды спорта. То есть какой-то момент сделать акцент на те, которые развиваются, помочь им дальше еще развиваться. И в каком-то аспекте помочь тем, которые, к сожалению, у нас в Одесской области не развиваются. Я хочу сказать, что есть замечательные проекты, которые уже реализованы, например, в Сумской и в Харьковской области, которые регионы и области, которые не являются центрами развития пляжных видов спорта, имеют крытые площадки, где зона покрытия является песок. Таким образом, они тоже параллельно с нами развивают пляжные виды спорта. И я знаю, что уже подготовлен проект, например, в городе Киеве, в котором будет тоже построен крытый стадион для пляжных видов спорта. И я считаю, что здорово было бы для Одессы иметь точно такой же, даже еще намного круче, такую площадку и возможность всем видам пляжных спортов объединиться и совместно, вот, я не знаю, работать на данной платформе. А от Юріч, є в Одесі якісь види спорту, які пріоритетні? Чи, власне, все в занедбаному стані сьогодні, на ваш погляд, як? Я хотел бы добавить к тому, что сказала Татьяна. Там, ну, я абсолютно согласен с этим. И такая площадка в Одессе, я думаю, что должна появиться не на Лузановке и не на 14-й фонтане, а должна она быть в центре города, в районе Ланжерона, в районе Отрады, потому что туда легче всего добраться со всех концов города. Спортсменам как с поселка Котовского, так и с Таирова не нужно будет ехать с одного конца в другой, понимаете? Это будет очень хорошо, потому что мы, например, у меня есть спортивная команда, с которой мы тренируемся, и вот на 14-й фонтана у нас есть свое время. Но для того, чтобы туда добраться, мы тратим около 4 часов времени на тренировку. Вместо 2 часов мы 2 часа тренируемся, и 2-2,5 часа мы тратим на добирание, это в лучшем случае, те, кто живут в центре. А люди, которые наши живут на поселке Котовского, они не имеют возможности больше тратить времени для того, чтобы попадать на тренировку. Понимаете, это очень важно. При этом туристы и спортсмены, которые будут приезжать, я уже об этом говорил, у них будет в пешей доступности фонтан, центр исторический, трасса здоровья, как раз то, что интересует туристов в Одессе. Что касается приоритетных видов спорта, то мені не подобається таке названня «Пріоритетні види спорту». Ні, ну дивіться, там в Канаді, наприклад, це хокей, пріоритетний вид спорту. І на його розвиток надаються кошти. В міністерстві є програма, де кожен вид спорту, ну, якщо ти національний, юридично признаний вид спорту, це, ну, як би, юридично там признано, є пріоритетність видів спорту, є олімпійські види спорту, є неолімпійські види спорту. Неолімпійські види спорту мають 3 категорії – перше, друге, третє. То есть это тоже показатель приоритетности. И тоже на такие факторы там смотрят. То есть если мы говорим о каком-то, я не знаю, но это сложно сравнить, потому что я больше там специалист своей отрасли, я не могу говорить за другие виды спорта. Но мы тоже должны адекватно ориентироваться и понимать потенциал того или иного вида спорта. Если мы возьмем вид спорта, который практически не развивается, и если, например, местные власти приложат максимальные усилия для того, чтобы, я не знаю, дать возможность для развития данного вида спорта, а тот, который развивается, но только за деньги, за средства исключительно федерации, президентов и меценатов, это тоже неправильно, это тоже неверно. Город должен помогать, стимулировать и таким образом, я не знаю, давать возможность и толчок для дальнейшего развития молодежи, потому что как ни крути, все мы находимся в социуме, и когда тот или иной, например, ребенок будет обращать внимание на то, что, ага, ты этим видом спорта занимаешься, а я тоже хочу попробовать. Я не пойду там, например, не буду лежать смотреть телевизор. То есть это таким образом тоже стимулирует, то есть такой командный дух, желание и рвение для того, чтобы быть физически сильным и здоровым. А я считаю, что это основная задача. Основная задача не просто развитие спорта, а основная задача становления нашей нации здоровой, сильной, популяризация данного здорового способа жизни, популяризация спорта. Я считаю, это самое приоритетное.
пане Юрію? Ну, вода, смотрите, я являюсь региональным менеджером по украинским пляжным играм, то есть это каждый год в Одессе проходили украинские пляжные игры. Это 10 видов спорта игровые. Гандбол, футбол, волейбол, фрисби, регби, чирлидинг и еще там, несколько видов спорта, которые есть в федерации. Они собираются на этот фестиваль и разыгрывают между собой этот кубок. Получается, что в этом году нам пришлось из-за плохих условий в Одессе переехать в город Черноморск, где нам руководство города максимально помогает, максимально выделяет помощь, везде рулит вопросы, хотя мы там выбрали площадку достаточно тяжелую, она там чуть-чуть спорная, между у них там проблемно город портом судится за эту площадку, но она настолько большая, что мы как раз вот ее выбрали для того, чтобы там спортсмены могли соревноваться в более комфортных условиях, чем в Одессе. При этом уже несколько лет спортивный комитет Украины упрашивает буквально город Мариуполь для того, чтобы к ним приехали украинские пляжные игры. И дают достаточно большие деньги, около 1 000 000 гривен выделяют с бюджета города Мариуполя на то, чтобы провели украинские пляжные игры. Но есть проблема. Большинство спортсменов украинских не хотят ехать в город Мариуполь из-за того, что там недалеко прифронтовая зона. Очень туда сложно добраться. Туда ходят очень мало поездов, там неспокойное время, как бы, поэтому, к сожалению, в Мариуполе ничего вот спортивного не происходит. Хотя за эти деньги можно сделать шикарный фестиваль, я вам скажу, понимаете? Ну, от, власне, якщо поглиблюватися, то проект Центру пляжних видів спорту в Одесі був створений ще в 2019 році. Я пропоную приглянути цей проект. Як відомо, містом була визначена локація на 14-й станції Великого фонтану для розвитку пляжних видів спорту. Тому абсолютно логічним є рішення створювати новий комплекс саме на цьому місці. І от згідно із планами, погодженими із представниками більшості пляжних видів спорту, там мали розміщуватися майданчики для різних видів спорту. Це пляжний футбол, регбі, гандбол, бейсбол і, звичайно ж, пляжний волейбол. Однак досі ось цей проект не реалізовано через тяганину із забудовниками. І, як вже згадувалося в сюжеті, в мерії переконують, що центр все ж побудують, хоча з місцем так і не визначилися. Проте, без сумнівів, якщо цей проект втілять в життя, він стане осередком фізичної культури і оздоровлення в місті. От, власне, ось цей об'єкт, які із ними на сьогоднішній день проблеми? Ну, там ничего просто нет. Я помню 2019 год, когда вот мы взяли на себя международную организацию United World Wrestling, организацию чемпионата мира по пляжной борьбе и рейтингового турнира среди взрослых тоже по пляжной борьбе. Я помню, когда мы пришли на эту площадку, мы осознали всю сложившуюся ситуацию и всю катастрофу данной ситуации, потому что нет ни трибун, нет ни зачищенного песка, нет, ну, нет никаких условий, возможностей, ни крытой территории, ни каких-то, вот видите, как по проекту, там, фудкортов или зоны, где можно помыть руки, где можно еще мыться. Потому что это спортсмены, попить воды, необходим, да, я помню, свои вещи личные, потому что они приезжают с других городов, им нужно обязательно сложить свои вещи. Они не могут и бегать со своими телефонами, ключами. Раздевалки, да, в том числе. Прочее, вода, интернет тоже мы проводили. Поэтому я, у меня такой большой опыт за плечами, именно вот, что касается 14-й станции фонтана, но для того, чтобы нам провести тогда пляжный чемпионат, было затрачено более 100 тысяч долларов. Я уже не буду говорить общую сумму, но намного больше было в двухкратном размере. То есть, конечно же, если будет реализован данный проект, это будет здорово, потому что будет возможность нам проводить и развивать все виды пляжного спорта. На секундочку, мы не говорим только об Украине, да? Стоит отметить то, что развитие
пляжных видов спорта, она непосредственно является основной тоже и задачей, и целей паралимпизма. В 2019 году были проведены первые всемирные игры, в которых принимало участие 12 разных видов спорта с 9 дисциплин. Тоже хотелось бы отметить, что пляжная борьба тоже принимала участие, привезла 3 медали среди всей сборной команды украинской. 33... Первое место вообще сборная Украины заняла в общем зачете на этом паралимпийских играх. Если я не ошибаюсь, Украина приехала с первым общезачетным местом. Нет. Нет, это всемирные пляжные игры. Паралимпийские — это совершенно другая специфика. Это уже чуть-чуть связано, да. Да. А вот на пляжных играх у нас, я не скажу, какое точно место, но далеко не первое, к сожалению. Но у нас есть большой потенциал, мы готовимся. И пляжная борьба, она не только входит в состав всемирных пляжных игр, организованных АНОК, а также входит в состав уже с 24-го года мы будем принимать в юношеских олимпийских играх. То есть это такой рывок для развития, и я считаю, что, дай бог, что все получится, и мы, конечно же, уже скоро будем выступать на Олимпиаде, потому что вид спорта интересный, принимают участие как девушки, так и мальчики, он менее травматичен. Мы разговаривали, вот я, например, общаюсь тоже с представителями федерации других разных пляжных видов спорта, и мы вот сейчас разрабатываем специальную концепцию о пользе песка для всех физических упражнений, для развития там личностных, там моральных и волевых качеств во время вот таких спортивных соревнований именно на песке. То есть есть действительно хорошее влияние, правильное влияние, и лаборатории говорят нам, ну, дают хорошие результаты, показатели. Ну от, власне, в Одесі кількість вуличних спортивних майданчиків, вона коливається в залежності від району. Оснащені вони теж по-різному, але базове спортивне обладнання, тобто декілька перекладин або турник, бруси чи стійка для віджимання є на всіх. Отже, згідно спортивної мапи міста, в Суворівському районі таких майданчиків 15, в Приморському – 8, в Київському – 4 і в Малиновському їх 8. Ну, тобто, дивіться, найменше всього майданчиків саме в таких центральних районах міста. От, власне, дивіться, напередодні виборів, звісно, що депутати, кандидати, вони відкривають купу майданчиків, проте після виборів чомусь їх залишається 8, 4, 8, не дуже багато. Це якось би посприялось, відкриття нових майданчиків, якось притягнуло б людей до спорту, на ваш погляд? Це має значення сьогодні? Та, звісно, я живу в районі водного інституту. И у нас две площадки на районе всего. Одна площадка на Новосельского, угол Льва Толстого. А там играют в футбол, и она постоянно в убитейшем состоянии. То есть ее приведут перед выборами в порядок, и тут же все разносится просто в хлам. И вторая площадка – это 122-я школа, тоже на Новосельского. Там в баскетбол играли. Была площадка достаточно плохая. Но школу отреставрировали всю, и в том числе и площадку поменяли, покрытие, сделали все хорошо, но сделали одну ошибку. Там раньше площадка была под баскетбол только заточена и волейбол, а сейчас добавили футбольные ворота и сделали футбол и баскетбол на одной и той же площадке. Соответственно, люди приходят, начинают ссориться между собой, и футболисты постоянно берут и ломают баскетболистам кольцо. Для того, чтобы баскетболисты не могли играть. И получается, что ни у тех, ни у других нет других возможностей. Там площадка на Пионере, там такой стадион был на Молдаванке. Она тоже на реконструкции очень давно. Там была баскетбольная площадка, да, если мы будем говорить. Если мы будем говорить о песке, то в Одессе нету нигде условий. На 14-й фонтан «Мрак». На Лузановке, кстати, вот то, что вы показывали картинки. Фрегат вы забыли сказать, там отлично. Я там, к сожалению, не был, не могу сказать. Вот вы мне рассказали про это место, хочу посмотреть уже. Вы показывали пляжный стадион, это, скорее всего, была экспликация с Лузановки, где не построили этот проект, потому что оказалось... Он прошел городской бюджет, этот социальный, то есть 5 миллионов выделили
И потом оказалось, что этот стадион был в бюджете поставлен на чужое место, которое является частным сектором, и поэтому стадион не построили. На жаль, маємо вже завершувати. Я вам дякую, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Зараз київські колеги із великими новинами. Не перемикайте.